и посмотрите, кто перед вами находится. Вы думаете, я журналист? Нет, я не журналист. Да и по сути событий, если мы говорим про журналистику, то людей, которые получили высшее журналистическое, в смысле, образование, был один человек. Газета у него была весьма своеобразная. Ну, по крайней мере, я никогда не думал, что я на нее никогда и не подписывался вообще. Ну да ладно. А еще перед вами стоит человек, больной раком. Ну, в смысле, мне так написали. Вот. Мне сделали операцию в Магнитогорске, но лечился не в России. И хотя вы должны понять, что какие-то вопросы бы у меня возникали, но тем не менее, когда я общаюсь с нашими магнитогорскими специалистами, которые занимаются лечением рака, мы с ними находим общий язык. По одной простой причине. Я путешествую везде и всюду. Я даже в то место первоначально съездил, ну, где химия стоила дешевле, чем у нас, в 30 раз. А затем я поехал в то самое и лучшее коммунистическое место, где не забыли историю. То есть 5000 лет, как они существовали, так вот вся история 5000 лет в одном месте. Это Китай, естественно. И я там нашел, как можно было бы сделать, чтобы рак был не здесь, а за тобой. Ну, естественно, я этим делом занимаюсь. А уже после этого я съездил на Кубу. И будем надеяться, что благодаря вот этим моим стараниям я прожил немного дольше того срока, который мне озвучили. Я прожил дольше, года и трех месяцев. Почему мы сюда приехали? Медицинский центр ИКОН. Да, конечно, это очень хорошо, что здесь вы можете получить все обслуживание. Это красиво. Причем, когда вы зайдете, вы посмотрите, что все обслуживание в идеальных условиях. Здесь евроремонт, конечно же. Мало того, здесь есть еще очень хороший специалист. Геруда апитерапевт. То бишь, давайте все-таки определимся, как мы лечились ранее того, как у нас возникли антибиотики. Теми же самыми средствами мы и лечились. Кроме всего прочего, мы также лечились и травмами. То есть давайте вспомним нашу историю. Мы были абсолютно неплохим государством. Лучшая территория Российской империи. Это была очень хорошая тема. И она всем показывала, что с Россией необходимо считаться. Вот так нас встречает центр РИКОН. Все реально красиво и ново. Не в каждом центре, но по крайней мере из стандартных, такие условия. И это совсем далеко от наших больниц. Теперь вопрос в принципе другой. Часто ли мы попадаем на качественное лечение? Часто? Ну, чтобы не задорого и получив оптимальный результат. Очень редко. Высасывание финансов. Я тоже туда же попал. И делать этого не хочется. Хочется вернуться в историю, когда не было антибиотиков, когда Россия лечилась и была в лидерах по населению. Ибо нас пытались сломать, то ни у кого не получилось. Апигерудотерапия. Давайте все-таки объясним, что и герудотерапия – это ваша очистка вашей зашлакованной кровеносной системы. Так же, ну? Конечно. Апигерудотерапия относится к разряду традиционной медицины, которая идет с глубокой древности. А вы все знаете, что мы дети природы, и от чего исходим, и с тем должны и лечиться. И я очень благодарна судьбе, что она меня свела именно с этими методами лечения, пчелами и пиявками. Я просто благодарна курортной поликлинике, где я 26 лет отработала, и где я стала единственным в городе специалистом по данным методам лечения, именно по традиционной медицине. Отработав 26 лет, мне повезло, что я встретила людей, которые поняли ценность данных методов лечения и пригласили меня в центр РИКОН, где я продолжаю работать по своей любимой специальности. Что касается герудотерапии, то проще сказать, при каких ситуациях она не положена. Это в основном низкое артериальное давление, плохая свертываемость крови. А в остальных случаях иногда бывает метод один из самых нужных и первых методов. Только почему-то никто же об этом-то не говорит. Ну почему? Потому что, как сказать, забытые традиции. А не надо забытых традиций забывать. Давайте все-таки вспомним, что есть страна незабытых традиций, да? Конечно. Это Китай. Да. Там
традициями все абсолютно красиво. И там, в Китае, лечат и рак, в том числе, укусами пчел. И это же тоже можете вы сделать здесь? Конечно, конечно. Потому что наш город экологически неблагополучный, который ведет к снижению иммунной системы любого человека. Будь он спортсмен, будь он простой рабочий, будь он интеллигенция, не имеет значения. Дыша, находясь в таком атмосфере, легко заработать и получить навсегда хроническое заболевание. И поэтому нужно обращаться не к медикаментозной терапии, к таблетке «выпил и выздоровел», а именно к той методике, которая способствует повышению вашей иммунной системы. Вот теперь мы зададим вопрос. Что же нас так убивает? Да, помнится в свое время, в 85-м году, я это хорошо помню, антибиотик у нас был один, пенициллин, он реально хорошо работал. Сейчас у нас море антибиотиков, они не лечат. Почему это случилось? Ну, потому что, назначая тот или иной антибиотик, мы себя подсаживаем, можно сказать, на медикаментозную терапию, кушаем горстями, не учитывая то, что мы садим тем самым свой организм. Оттуда иммунитет просаженный, конечно, и вот конечно. Ваш оттуда рак-то и появляется. Мы же потом проверяем себя на кровь, смотрим, а у нас и кровь ухудшилась. А что ж она не ухудшится, если антибиотик уничтожает самые необходимые продукты, это лейкоциты, которые повышают нашу иммунную систему, они снижаются чуть ли не до нуля. И сколько нужно времени, чтобы повысить правильное содержание этих лейкоцитов? Месяцы, понимаете? А если с лейкоцитами совсем все плохо, вот вам рак крови. Конечно, конечно. Сам иммунитет, снижение его ведет, потому что рак клетки, он присутствует у любого человека, у здорового и у больного. Ты дай повод. И она начнет развиваться. Начнет развиваться. А мы даем повод всевозможными методами. Это непосильный труд. Мы считаем, что если мы больше заработаем денег, больше вложим себя в труд, мы станем миллионерами. Ну и куда потом мы эти деньги будем девать? Я вот рассказываю сказку о том, что все миллионеры, даже если вы очень крутой миллионер, да, максимальная сумма это 100 тысяч рублей, наверное, потому что вы больше на тот свет не несете. Ребята, думайте головой прежде всего. Или начинаем кушать, нам это нравится. Бесконечные конфетки, бесконечные пирожные, бесконечные печеные и все прочее. Но вы иногда заглядываете, посмотрите. Из чего все это сделано? Да. Зеркало на себя посмотрите. Ведь нормальный сустав, позвоночник, он может выдержать всего 4,5 килограмма на 1 квадратный сантиметр. Если вы имеете вес и рост, согласно норме, например, 1,70 м и 70 килограмм вы весите. Это называется про меня, да? 1,75 м и практически сотня килограмм. Да. То есть рано или поздно что-то случится. На наш бедный позвоночник и на наш бедный сустав приходится этих килограммов тогда. Мы сами себя калечим. Но зато, придя на прием, мы хотим за один прием сразу вылечиться. То есть выпив данную таблетку, съев данный порошок, проингалироваться и все, мы здоровы. Неправда, нужно обратиться к себе, потому что каждый профессор своего здоровья. Изучишь себя, изучишь свой организм, будешь ты здоров. Вы знаете, пиявки очень хороши. Кровь мужицкую высасывают. Вот только надо знать, куда ставить. А вот то самое забавное, и по сути, мы можем делать сами, но лучше приехать к апитерапевту. Апитерапевты китайские показали мне, куда необходимо ставить пчел при моем раке. Вот сюда. 10 пчел через 3 дня. Потом 2 недели отдых и постоянное продолжение. Только мы вам говорим, что не надо ставить все 10 пчел за раз. Надо ставить 2. Через 3 дня еще 2. И вы посмотрите, рак не уходит, а замораживается. Я считаю, что это круто. Но самое крутое позже. Я стал меньше болеть. Если раньше я лечился антибиотиками, то теперь пункт номер 1. Отдых и противовирус. Круто, а то цена упала в 5 раз. Здесь все доступно, абсолютно доступные методы лечения. А сколько будет стоить эту пиявочку поставить? Одна пиявка стоит 200 рублей. Пчелочка сколько стоит? 50 рублей, одно ужаление. На курс лечения от 50 до 150 ужалений. То есть пациент может получать 1, 2, 3 сеанса за неделю.
По количеству пчел мы рассчитываем на его зависимость, чтобы не было аллергических реакций, как он переносит. То есть обязательно процесс идет с одного ужаления, пробное ужаление, после которого мы определяемся с пациентом, сколько ужалений в день и какое количество раз в неделю он будет посещать. То есть это все очень индивидуально. Во-первых, и узнается его аллергологический анамнез, его основные хронические заболевания, потому что такие заболевания, как сахарный диабет, такие заболевания, как почечная недостаточность, являются прямыми противопоказаниями для постановки ПИАК. Ну и, конечно, если есть аллергия на любой препарат или на любой продукт. То есть идет сначала консультативный прием, на котором четко определяешь, может пациент принимать пчелу или нет. И после этого, после первого ужаления, уже определяешься на следующий или через день, какое количество пчел мы можем принять на тот или иной сеанс. То есть это все считается индивидуально. И расчет ведется исключительно для каждого пациента по-своему. А теперь, вернувшись на круги своя, еще до того, как мы антибиотики изобрели, каким-то образом Россия навсегда была интересна и достаточно хорошей и грамотной страной. Мы практически не болели оспой, да, не в том количестве, что было раньше. У нас чумка, ну та самая, не так хорошо про нас проходилась, то есть мы, по сути событий, мы и мылись постоянно. Это же тоже хорошая тема. Или когда вас там вши кусают, и вы заражаете сразу, или когда вы постоянно моетесь, две разные вещи. И мы реально поработали неплохо, да? Батый. Потом у нас Наполеон тоже от нас. То есть как-то все решили пообщаться, типа задавить Россию, но что-то не получилось, правильно? То есть чем-то же лечились вашими вещами. Да. Ну, что касается герудотерапии, она известна с глубокой древности, когда еще были, можно сказать, в греческих всевозможных раскопках, всевозможных китайских, всевозможных там тоже раскопках все это находилось. Но в основном герудотерапия используется при отечных вариантах, при гипертонических, при ранах, при всевозможных геморроидальных ситуациях, при трофических и варикозных состояниях вен. В косметологии в последнее время стали использовать после косметических вмешательств на лице. Причем результаты дают очень хорошие. Идет быстрое просасывание рубца. Да я на вас тут посмотрю. Вы выглядите просто изумительно. Ну, во всяком случае, я не знаю, как наши местные красавицы, а вот работы на базе курортной поликлиники, очень много приезжало женщин из-за границы. Но воле судьбы оставались там жить, или мужья у них там служили, или родители как-то туда переехали. И почему-то всегда приходили на сеансы герудотерапии. Я постфактум их, конечно, потом не видела, не могла оценить их ситуацию, но приезжая из года в год и получая курс лечения, я всегда интересовалась, ну что же вас привлекает в герудотерапии именно на лицо? А они говорят, мы когда возвращаемся к себе домой, нас не узнают, спрашивают, вы не случайно не после косметической операции? То есть я убедилась, есть у нас такие пациенты, которые ходят непосредственно, не связаны с косметическими операциями, а просто для улучшения микроциркуляции кожи, лица, для выравнивания, для питания, для уменьшения морщин. И я обратила внимание, что действительно, да, результаты очень хорошие результаты. Во-первых, не остается длительно таких синячков, не таких аллергических реакций на пиявку, как, например, при постановке на другие части тела. То есть структура кожи лица немножко другая по сравнению с структурой тела. И вот эти воспалительные процессы после герудотерапии, они проходят буквально через 2-3 дня. То есть через 2-3 дня пациент приходит на последующую постановку пиявок, и тех последствий после первичной постановки пиявок уже не видно.
Господа мои, а лучше товарищи, сударь и сударыни, без антибиотиков, используя лекарства от природы, с помощью постоянных сортиров и бань, мы не болели чумой, лечились постоянно и были лучшей нацией, спокойно завоевав и отвоевав большую часть мира. Кстати, про Аляску не надо бы забывать, так как Пиндосия до сих пор нам бабки не вернула. Я не против царя, если он будет действовать по правилу, озвученным в другой фразе. «Царствуй на славу нам». Но это лирика. Большая часть нас просто должна обратиться в Рекон. Уж поверьте мне, используя то, что нас лечили, используя то, что стоит недорого, мы можем и даже в Магнитогорске жить и работать дольше. Думайте, любимые мои горожане. Возвращаясь, и где мы находимся? Улица Мичурина, 134. Ну, во-первых, сюда можно приехать спокойно. Во-вторых, результат и уровень лечения, естественно, в данном случае мы про лечение и будем говорить, находится на весьма хорошем. Потому что сюда приехали в большей степени тот, кто работали в курортной поликлинике. Что-то, возможно, поменялось. Но представляете себе, что если вы вот сейчас поехали в курортную поликлинику вечером, допустим, ну, как мы сейчас снимаем, 6 час скоро будет, в какую пробку бы влетели? А здесь нету никаких пробок. Это Ленинский район. В смысле, это правобережный район. Ну, до Ленинского района тут всего 300 метров. Вот он заканчивается, сразу же получается правобережный район. Клево? Клево. А то. Никаких пробок. Хорошее качественное обслуживание. При этом цены, ну вы сами посмотрите, цены абсолютно нормальные. То есть в этом было бы ваше правило. Где вы можете получить качественное и не сильно дорогое лечение. Я считаю, что лучший центр и для вас, и для меня, это Мичурина 134. Хорошее и весьма грамотное место. Центр Рекон.